Кровавая лачуга, свалка Автохейвен. Ребятки, у нас новая рубрика, мы играем без перков вместе с Парадокс Плеем, Джаджеком, ну и, конечно, с вами Алекс Плей, как всегда. Да, здравствуйте, здрасте. Можете посмотреть в правый угол, в нижний правый угол, и что вы там видите? Вот именно. Ничего. Ничего, да. Справа, Александр, справа. Мы попробуем затащить без перков. Да, мы увидим. Без перков. Это сложно будет. Вы тут? Это будет, я бы сказал, очень сложно. Изи. Ой, самурай идет сзади. Бони. Ой. Беги, пец! Ряд, я предлагаю по стелсу проходить, потому что это будет сложно. Агрессиво. Вся надежда на Юикимуру. Надеюсь, она... Вся надежда на Кирилла. А чё Кирилл? Я ж забыл, у меня спринта нету, блин. Я думал, сейчас спринтану, я же всегда его беру. Так пошли заводить, пошли. Не пошли, надо. Он контролирует, надо перееты. Давай не каждый... Живо. Надо я каждый... На другой пошел. Я придумал тактику, каждый заводит свой генератор. И это сразу мы 4 заведем. Ну 3 хотя бы. А на одного он сагрится. Так, завожу. Со Стивом, кто Стив? Я. Да, я. Сейчас все будет. Живу. Опа. А, нет, есть место. Мы втроем заводим, Джек. Втроем заводим. Че ты говоришь там? Есть, достанил его. Давай, Джек. Соси пипо. От тебя все зависит. Надо, чтобы он крови не напился. Ой. Ну зря, конечно, ты сюда ехал. Молодец. Я не скидываю. Ой-ой-ой. Я чуть переключился. Оставляю. За мной. Заводите его же. Его же, да? Ну, ладно. За тобой бегаю. Я возвращаюсь. Возвращаемся. Кирилл, прощай. Мы заводим. Да-да-да. Хе-хе. Лох. Тигр. Опа-опа-опа, давай. Самурай выходит раз на раз с Стивом. Давай возвращаемся к тому. Нет, Стив думает, что он псись... Он не вставал монетку! Хорошо. Давай, Манси. От тебя вся надежда, Кирилл. Заводим. Он сейчас напитается твоей крови. Так он уже в ярости. Да? Блин, я прослушал. Да. Это судьба. Сейчас будут генераторы, наверное, проверять. Моя ошибка. Не, он за Кириллом бегает. Все, ярость закончилась. Он ушел. Он обиделся. Прости. Ой-ой-ой. Саня. Ой-ой-ой. Чек, надо повторять за нас, зачем? Не учись на плохих ошибках. Все, мы заведем нормально. Я его слышу. Он в ярости опять? Какого хрена? А, все. Дурацкий, наверное. Дурачок. Так, я тотем хочу сломать. Он генератор бьет ногой. Слушай, ну реально удобно, да? Считай. У тебя весь экран свободный. Весь правый угол. Я вообще не жалуюсь. Очень удобно без перков играть, да? Давайте всегда играть без перков. Мне нравится, в принципе. Ребят, если вам рубрика понравится, мы продолжим ее. Но нам будет сложно, я думаю. Да нет, нам не... Да, сказал Кирилл, легко, ага. Все зависит от маньяка, какой попадется, конечно. Вот именно. В какой-нибудь там Нюрсы, либо банды вообще будет очень сложно. Там, где осколок может помочь тебе время выиграть, спринт. А, он там, смотри, за Кирюхой бегает. Видишь, да, видим. Надеюсь, Кирилл продержится. О, господи, он не попал! Вы потом момент этот посмотрите. Посмотрим. Это очень близко было, охренеть. На канале Кирилла будет ссылочка. На канал Кирилла будет ссылочка также на Джаджек, так что вы можете увидеть этот момент. Что так, там было, что там случилось? Ой-ой-ой. Рядом с лачугой я видел. Бежим, следующий. Заводите вы быстрее, пожалуйста. Заводим, втроем сейчас заводим, втроем, нормально. Заведенному, я у заведенного буду бегать сейчас. А, он меня потерял. Ну, я тогда ухожу. Максимальная сосредоточенность, ребят, максимальная. Максимальненько, я даже практически молчу. Хотя я люблю потрындеть обычно. Да. Подхильте? Да есть. Беги! Ну подставьтесь там. Подставьтесь. Да блин! Вот тут, да. Спасибо. Я увожу. Да не, он за мной опять.
Я промазал цветочный, да. Ребят, заводите, я другой начну. Сейчас подхиляюсь, я другой начну. Там Юрий осталась, она заведет. Я давай вместе с тобой тут буду. Так, давай, я отхиляюсь. Начинай, я отхиляюсь. Давай я тебя похиляю. В аптечку не тратить. Давай, давай. Я аптечку потратил, мне половину надо захилить еще. Я ушел заводить. Тихо, он чекает, чекает. Видал, он там справа бегал? Да, к тому генератору. Вот, страшник. Микросет пробуем завести. Тут еще есть. Ой-ой-ой! Заводим. Ой, мне страшно. Да расслабься, все хорошо, что ты. Ну, когда обычно все хорошо идет, потом начинается все плохо. Он в ярости. Опасно. Да. Трюха бегает, да, по-моему? Если что, заранее убегаем, если побежит в нашу сторону. Что-то я боюсь. Да не бойся, расслабься. Ладно, хорошо, все, я расслабился, все, спокойно. Все, главное, дышать. Не забывай дышать. Да. Ребят, мы почти завели генератор. Да, если я бы забыл, как дышать, разучился. Ну, что там, дыхание задерживаешь, такой... Все, дозавели. Осталось тот завод. Я тут рядом завожу. Быстро, быстро, пойдем тот дозаведем. Я бегу, я не знаю, успеем, нет. Я уже рядом. Это не тот. Блин, а где тот? Да вот тот, вот! Все, я завожу, завожу, убегайте! Ничего себе. Куда побежали? Куда, мать его? Радины куда? Ну ладно. Где он? Открываю. Я пока тотем буду ломать еще один. На всякий случай. Ну-ка. Я тоже открываю, где он? Стиви, дай я тебе за скриншотчи. Вопрос, пойдем спасать? Ну наеда у него пойдем. Нету, наеда нету. Надо. Правда, он в ярости может быть. Я открыл одни ворота. Я тоже открываю. Все, я открыл. Ребята, ребят, первый раз висит. Первый раз сурф висит за всю карту. Да. А это что такое отзыв крови? Я не помню. У него использовалось. Он видит ауры выживших? Нет? Да не, вряд ли. Там что-то другое. Ой, я его вижу. Ой, а я спрячусь. Он меня не увидит, да? Мне бы знать, где другие ворота. Напротив, он кемпит ходит. Я жду, пока он уйдет. Я тут, я около. Я тоже тут. Я тоже тут. Давай, если что, я сейчас попробую загреть. Все, он за мной. Снимай, снимай. Возвращается. Хреново! Так, я на мейне, рядом с мейном. Кирюха, осторожно. Вижу. Блин, испугался. Снял! Беги, подставляйся. Блин! Не туда! Стой, чёрт, давай покинемся, уйдем. Давай. Покиньте меня, давайте отойдем. Давай. Я иду, я здесь. Он сейчас ярость накопит. Давай, ярость копит. Давай. Все, уходим, что а он с яростью, если что, накопленной уже стоит. Да, я вижу, он ждет. А, ну пусть ползет, подожди. Пускай ползет, да. Так, где ворота? Ворота а вот где, они. А где вы... Ага. Твою мать. Опасно. Так, подожди, а она восстановилась вообще, нет? По-моему, она просто ползет. Нет, она просто пусть правильно делает, нормально, сейчас. Она просто уползет, если он поднимет. Значит, поешь, нормально все будет, короче. А как он поднимает? Что, будем подставляться? Да. Подставляемся все втроем и убегаем. Кто подставился, уже убегает. Окей. Тихо, вот он. Ворота рядом. Это хорошо, чтобы не... Убегай. Останавливается. Я пока самокинусь. Так, я тут рядом. Он почему-то решил восстанавливаться. Беги. Отойди лучше, я тут рядом с ним, если че. Блин, он поднимает! Блин, он сейчас назад относит, он да? Назад относит. Я бегу за этим лохом! Мы можем не успеть, кстати, если что. А у него ярость сейчас будет там повешен. Ай, козел! Блин, капец. Блин, мы не успеем, мне кажется. Мало времени. Давай еще раз, надо подхилиться. Вы где? Я к воротам прибежал. Сейчас я почти. А, вы не у этих ворот, да? Пипец. Хреново. Блин, мы не успеем. Он в ярости. Я очень далеко.
Все, уходим. Вы ушли? Блин, ну да, все, уходим, да. Он его охраняет. Да, он его геймперит жестко причем. Но он одного поймал. А где выход-то? А, вот я за собой бегу. Я думал, я потерял его. Алекс, как обычно, короче, значит, а, выход, где? А, потерялся. Ребят, ну это сложно было, я не знал, без перков, без фонарей, как это сделать. Ну да, он его еще плюс кемпил, и он плюс еще эту использовал, это было слишком жестко. Пишите ваши, знаете, пишите ваши комментарии, что бы вы сделали в этой ситуации, без перков, у вас только есть аптеки, как бы вы его спасали, мы почитаем ваши комментарии. Может быть, так обязательно? И да. Пишите, ребят, обязательно советуем. Но без перков это сложно. Были бы у нас перки, мы бы спасли его, ну, попытались бы. А без перков очень сложно, блин, против кемпера, ну, что-либо сделать. Даже с перками сложно, на самом деле. Ну да, там у кого-то может быть часики или еще что-то, может быть спринт. Все равно бы помогли. Ну, кстати, маньяк 20-ка, он с одним перком. Его один перк. Мы без перка. Когда высший попадает на клюк, все остальные ранены. А попал. Смотри, у него максимально прокачанные перки, и он проиграл. То есть перки не решают, да? Мы доказали, что перки ничего не решают. Конечно. Решает тимплей. Против маньяков 20-ок. Курорт. Гора Орманд. Орманд, ребята. И мы продолжаем наши каточки без перков. Идеальные, замечательные, прекрасные с Алексом и Парадоксом. Да-да-да. Тут немножко холодновато. Подзаведем и спрячемся, и подзаведем. Подзаведем. Ну, скорее всего, центр пошел сразу. Я думаю, террор. Террор маньяка нас согреет. Так, за Катюху ты, Кирюха, да? Да-да-да. Как я видал в рифму. Зарин, Зарин. Зарин часто играют, да-да-да, конечно. Зараза! Почему меня выбрало? Ладно, увожу. Уважу, сломала доску. Ох уж эти рины. Ямаоки. Так, кидайся там, заводите. По-моему, она отстала. Мы уже больше половины забили. Молодцы. Кирюха, надо самое жесткое в центре заводить. Сюда да. Да, идеально, если сначала центр завести. Она за тобой? Да. Я завожу. Так, я отхилялся. Я на мэне завожу. Начинаю. Я почти завел. Ну, она какой-то. Она к вам побежала, в вашу сторону. Где завели генератор, туда побежала. Нет, в сторону хижины побежал. Нет. На мэне ее нет, я завожу. Она меня потеряла. Или ты про лачугу говоришь? Хижина, в смысле, она лачуга. Меня искала, она меня потеряла. Так, давай на центр. Она меня тоже потеряла, слушай, она хорошо теряет. Очень людей. Это хорошо. Ну, хорошо, да. Так, я на мэйн иду. На мэйн идешь? Давай, я иду. Ты идешь, так надо бежать. А, не, подожди, я тут лачугой рядом, короче, буду заводить. Тут есть. Окей. Я уже думал, на 60%. Ой, на мэйне. Почти. Почти завели. Но в мэйне почти завели? Да, она взяла, бежит. Уходим. Я боюсь, что она меня опять за спину дернет. Ничего страшного. На первом этаже бегает. Тэпается. Посмотрим, куда. Пошли заводить. Заводить пошли. Она может вернуться. Я так тоже часто делаю. Да и ладно. Тут почти завести можно. Заводи тогда, я рядом с тобой завожу. Почти. Да блин, а тут. Я сливаю палетку. Сливай. А, не сливаю. Ничего страшного, не один, только другой. Так, я больше половины завел уже. А я тут рядом с мейном завожу и уже тоже на процентов 40 завел. Я в шкафу. Я в домике. Уходите. Блин, да что ж ты такая-то, а? За тобой побежала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас в лачуге буду сливать. Слил в лачуге, потому что иначе было бы никак. Нормально, не жалей. Надо набегать, в мэйне чините.
Я рядом с мейном. Не, я рядом, я почти завел. Ты в мейне. Я в хижину пошел. Да, я тут заведу рядом с собой. Я увожу ее как можно дальше. Давай, я хижину твою завожу. А, блин, я путаю хижину, понимаете. Все, я понял. Блин, а? Зараза вонючая. Я думал, она промажет. А она не промазала, нифига. Еще один останется. Ты сейчас заведешь. Мне кажется, она кем-то встанет. Возможно, возможно. Тэпается куда-то в мою сторону, по-моему. Да, она телепортируется. Так, ко мне бежит Кирюха. Кирилл, ты там завел, да? Да, да. Она за мной побежала. Давай, снимай, лечим тебя. Хильси, я ее, веду. Я ее подальше веду, к воротам. Тут рядом генератор, если что, давай сразу садиться. На всякий случай. У меня еще программ есть на птичке. Часы, короче. Промазала. Мы заводим. Там, где Саня висел. Я не знаю, я по периметру бегу. Не знаю, куда я приведу ее. Он в другую сторону бежал. Я к лачуге, иду. Я у лачуги. Все, она, кажется, отстала. Так, ну мы завели половину. Ее пока не видно вообще. А она за мной бежит опять. О боже мой, спалился. Жестко я спалился. Сейчас будет миссия по спасению Александра. Алекс, ты где? Давай тебе поможешь бальзамом. Ты где? Она тэпается ко мне. Стой, встань. Нет, подожди. Стой, беги в подвал. Беги. Нет, нет, нет. Блин. Все, сейчас попадет. А, ладно. Так, я пока ворота буду открывать. Открывай. Открыли. Ладно, ну это красиво было, хорошо. А, заменитель. А меня тата делает. Да, у нее навык. Заменитель? А, я и таким. Да, это навык. Гибель, что ли? Заменитель. Это навык. А, убегайте, ребят, нормально, нормально. Я у люка, если сбежите, я спрыгну. Я понаблюдаю. Он... Это хорошо. Блин, было. Я не успеваю. Беги на мейн, могу помазать. Я бегу на мейн, но вряд ли я успею. Я с чего подставить. Блин! С палеткой рядом. Он с палеткой. Да. Поднимает. Не успеешь. Подвал, да, понесет. Не знаю, но я уже наполовину вывернулся. Она меня кинула. Блин, сейчас сольемся. Дружно. У подвала будь, Саня, понял? Будь сейчас у подвала, я попытаюсь сбежать. О, тут люк. Да, да, да. Ой, ты должен, Кирилл. Ломает? Да ломает, ломает, ломает. Убегай. Выход второй там же? Правильно бегу? Я восстанавливаю. Ти, ну как же! Собака сутулая! Вас спасут, спасут! Крыса полосатая. Мак Томас, да, идет сюда, по-моему. Рандом. Я восстановился, я ползу. Меня подняла. Она, поднимает Джека, сейчас поднимет. Тут палетка, а? И люк, и подвал. Капец, все рядом. Как-то разыграть можно, классно. У меня, если что, есть бальзам, если вы меня спасете, я смогу помазать. Сейчас я полечусь пока. Она уходит. Давайте. Смотри, давай, осторожно, лечи. Возможно, у ней. Давай я попробую спрыгнуть, если что, пробел поломаю. Блин, ты в подвале. Я понимаю. Нет. Я тебя сделал. У нас было бы больше времени. Она... Пойдем. А она, слушай, она кемпери, да, да, да. Она. Она будет до конца там. Миссия по спасению. Да блин, где? Я
Эй, иди сюда. Она не хочет отпускать. Угу, вообще не хочет. Все, уходим. Извини, Кирюха. Но она прям, ну, как бы там нереально. Это смерть. Это смерть. Я пытался. Так, нормально было. Нормально, но ну. Вы не будете эту катку добавлять, да? Так. Слушай, она тоже у нее один перк, да что такие-то попадаются? Тоже все непрокачанные. Переулок Лэмпкин. Хэдденфилд. Здорово, ребятушки, мы продолжаем проходить. Играть в нашу рубрику без перков. Ой, Кирюня, напорол ты, нормально. Напорол нормально, так. Доту всю прошел, кстати. Это моя фишка. Хорошо. Сказать, что так надо. Я завожу уже. Завожу. Хорошо, заводи. А я хожу в углу. Это, кстати, моя нелюбимая. А это колокольчик. Добро пожаловать. Ой, и он за мной идет. Ага. Я завожу тут. Я не знаю, как тут места называются вообще никакие. За домом. Хорошо. А я в доме. Заводи. А, вон, я тебя. Это, кто-то тут заводил, я буду дозаводить. А, Саня, это ты, наверное, да? Да, наверное, я. Я увожу сейчас его подальше. Мать его! Я не туда. А где вы? Уханул. Это я, убегай! Вот опять как клоун смеется. Он за мной бежит. За мной бежит. Я наполовину, кстати, забыл. А ты где? В перде. Так, я по дороге бегаю, увожу. Так, я знаю это место. А может быть перевожу, еще не факт. Ко мне Джефф пришел. Ну это я. А, это ты? Да, я же сказал, я знаю это. Я слишком расслабился после слов, что это ты. Хорошо. Но он меня ловит, он ловит. Блин. Он тебя далеко ловит. Да. О, смотри, сейчас второй, смотри, хоп. Отлично. Он должен запаниковать. Я его водил около 2 минут. Я его по всей карте провел. Ты молодец, ты красавчик, Саня, ты просто умничка. 2 генератора отмансил, хорошо. Вроде не кемперит, но сложно сказать, я не вижу и не слышу его. Так, я пока тут неподалеку буду, короче, заводить генератор. Так, тут главное, палетка рядом есть. Так, как думаешь? Хиляемся или что? Конечно, че? Один блин, раз страшно? Конечно, да, если был осколок, как-то проще. Уверенность. А, у тебя только есть он аптека. За этими все отлетел. Все, и побежали заводить, короче, профессионально. Сань, ты видел, где я завожу? Беги ко мне. Ты же видел, да, где я завожу? А... Да. Понял. Понял. Память как у рыбки. Не, я помню, там кто-то заводил, но, по-моему, это Джефф заводил. Это я был. Это ты был, да? А, все, так нет, да. Это я заводил. Это ты был. Вот видите, поэтому... Или я был. Вот а это... это был? Вот сейчас я завожу тот, который я видел. Заводил. Ага, значит, я видел, как Кирилл заводил. Нет. Он за мной? Нормально. Мы заводим, у нас половинка. Почти что. Это круто. Ты ж поводишь его там, да? Так, я уложу его в угол. Ну все. Да не паримся. Заводим, все. Так, ну он что-то за мной не побежал. Алекс за какого-то сантехника играет в перчатках. За химика? Да сантехник я, какой-то. Это... Он за мной не пошел, если что. Окей. Это сериал был во все тяжкие. Нет, блин, он за мной. Уолтер Уайт. Да, Уолтер Уайт. Вот. Я его ученик. Промазал? Оп. Пойдем туда. Они там, пошли с ними воевать. Воевать? Ой, ты. Пошли! Ты в своем уме? Да, погнали.
Воевать с маньяком? С ними? Почему с ними, интересно? Вон, сзади Сани, пошли помогать. Вон он стоит. Как ты поможешь чем? Аптечка будешь его дебасить? Ну, Кирилл, он, конечно, меня сейчас будет преследовать, потому что я один раз висел. Замечательно. Так подожди, а нахрена? Да все, нет смысла. Я же бегал от него, хорошо так. А сейчас он за мной будет бегать. А я думал, он меня ударит. А ты это палетку скинь, я вот куплю. Я в подвале завожу. Внизу. А я его закрыл. Блин, а он, я думал, он за мной побежит. Скинул за мной. Я, короче, очень далеко. Я просто не знаю, где генераторы. Я пошел бегать. Ты вот в подвале, вот здесь, где бегаешь, здесь генератор как раз. Я тут заводил. Понял? Ты меня путаешь. Сука! Палетка! Рядом с палеткой! Пожалуйста, пожалуйста! Да, не уходи, не уходи! Нет, он ищет тебя, он ищет тебя! Осторожно! Он поднимает! Я говорю, поднимает, тихо! Блин, рановато! Я его оглушил! Ты рановато, мне это даже есть такое, да. Дали даже. Ну да. У меня половинка! Я вырвусь! Все, вырываюсь, не подставляйся, я вырвусь! Он за мной! Ну как я его заблочил по красоте, без палева! Где он? Он в инвизе. Я не знаю, где. Я в подвале сейчас рядом с генератором, я боюсь выходить. А, он за мной, ребят. Уводи от подвала, мне подхилиться надо. Я тоже подхилюсь. Вот хорошо было. Хорошо, прям молодец. Так, он палетку сломал. Ты, получается, Адам Фрэнсис, да? Да. Так, прям он за мной, дело. И у меня... Там чутка. Что, будем тут так, заводить? Блин. Да, мы заводим в подвале. Нет, слушай, это очень... Это эпично было. Да. Так, он, по-моему, бежит за мной. Так, мы в подвале вылечу, сейчас, так? У нас половинка. Давай, я завожу второй генератор. Ага. Он больше половины уже заведен. Я в подвале, кстати, начинал туда заводить. Хорошо, у нас 60%. 70%. 80, 90. Ой, он за мной. Бегай, мы завели. Все. Он промазал? Да, блин, вот как бы вам так объяснить? Че? Блин. Ребята, блин, вот как вам объяснить? Вижу. Видим тебя. Он за тобой. Вот напротив, вот прям напротив, туда бегите, там почти заведенный генератор. Это вот откуда я бежал, прям туда бегите. Сейчас слышу. Я Лори Стрелл включу. Подожди, а ты можешь, Кирилл, дозаводить? Он за мной бежит, за мной. Он за тобой? Да, за мной. Подтяни время там. Он промазал, тяну. Нет, не подставляйся. Че, еду. Я его вожу, заводите, ребят, вы заведете. Я возвращаюсь. Он далеко от вас, но он сейчас, возможно, к вам идет. Он возвращается, скорее всего, я его увел. Это у нас. Фу, он пробовал. Все, дозови. Капец. Мой вам очень берю, никакого спасения, бежим. Я бегу в угол. Да тут хер тотем найдешь на этой карте. Открывай. Открывайте! Я открываю, но не факт, что я открою. Где он? А где выход? Блин, Алекс, подставляйся, он бежит сюда. Я бегу к вам. А он бежит сюда, я пошел снимать. Я шучу. Лечи меня пока, лечи. А смысл? Лечи, так, просто ладно. Очков заработай. Он еще из инвиза будет выходить. А чувака спасать не пойдем, да? Так иди сюда, поедем, спасай его. Давай тотем найдем или пойдем спасать, как героя. Но мы навряд ли его спасем. Тотем надо искать. Нет, смысл, ребят. Слабо у меня твага, погнали. Тотем какой? Ты прикалываешься, вас всех положат. Ну да. Тотем лучше найти. Ты что, не с нами, что ли? Я с вами, я тотем ищу.
Ну да какой тотем? Я, говорит, с вами тотем ищу, если что. Давай, спасай, я тут рядом. Ребят, вас положат, он по-любому кемперит. Крюка. Мать, вы где тотем? Не, ну вы, конечно, даете, ребят, ну вы что? Ну это смысл, ну это очевидно же, что слив. Блин, он за мной теперь бежит! Алекс, спас... Нет, не спасай, он у меня. Он у меня. Меня подняли. Спасай чувака! Алекс, он... успеешь? Ты ближе. А где он? Я далеко. Так, обычно ты там. Он меня в центр карты утащил уже на дорогу. Снимай. Я иду, я спасаю. Ты рядом? Я почти, блин! Алекс, ты сейчас палишься. Алекс, ты... Он к вам идет. Алекс, вернись, спаси. Он за этой бежит, он за Лори бежит. Спасай, Алекс! Он за ним. Бегу. Алекс. Да бегу. Спаси. Я пока а второй вот. Ты не открывал, ты грибы собирал там себе. Убегай. Надо обойти все. Саня, скоро откроется, я успею? Да, успеешь, открываю. Вот прям уже вот. 3, 2, 1. Все, открыл. Его нет там? Ну, пока не вижу. Алекс, ты уйдешь? Он рядом с вами, где он? Нету его рядом. Не видно. Он, должно, другие ворота охраняет. Он с нами. Давай. Те ворота уходим. Все, я в другие ухожу. Он с вами, да? Да. Я бегу. Он сюда бежит. Саня. Нормально. Четвертый ранг? Вот как надо. Опустили. Писперка. Да ладно. Какой четвертый? У меня четвертый ранг. Нельзя над маньяками в Dead by Daylight угорать. Нельзя, это плохо. Это плохая карма. Ну да, плохая карма. Над двадцатками никто не смеется, окей. Я думал, маньяк четвертого ранга. А, не. 20-го ранга. Я даже не посмотрел. Я думал, маньяк четвертого. Я, блин, я тоже думал такой, типа, блин, четвертого ранга, думаю, типа, какой-то он это пустяковый. А оказывается-то, вот он о чем. Да, но без перков было сложно. Да, ну интересно, кстати, между прочим. Да. Реально прям напрягаешься очень сильно, потому что. В общем, давайте так, ребятки, договоримся. Если вам понравится рубрика, мы все возмужаем. Мы соберемся и сделаем вам продолжение данной рубрики. Да. Ссылочки на ребят я оставлю под видео под описанием. А, Джек, тебе слово. А, мне слово, да? Да. В общем, ссылочки на Алекса точно так же будут под описанием. Если вам, ребятушки, понравилось, то обязательно ставьте свои пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Еще с вами увидимся и всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока. До скорого.